Нина Харитонова назначена генеральным директором НВК «Саха». Соответствующий указ сегодня подписал глава Якутии. 2 августа на встрече с главными редакторами ведущих региональных СМИ Егор Борисов заявил, что должность руководителя национальной вещательной компании займет творческий человек. Именно таким человеком является Нина Прокопьевна. Она работает в компании с 1994 года, начинала в качестве редактора, была руководителем студии общественных программ дирекции телевидения, начальником службы информационных программ. До назначения на должность работала заместителем генерального директора по информационной политике и развитию национального телевидения. С 2011 года при непосредственном участии Нины Харитоновой началось техническое перевооружение НВК «Саха». За это время введен в работу новый телевизионный павильон, создан цифровой архив компании, началось вещание в формате высокой четкости. Сегодня НВК «Саха» обеспечивает выдачу в эфир 3 каналов с отдельным программированием. Также зрители имеют возможность следить за новостями и смотреть любимые теле- и радиопрограммы на портале телеканала в режиме онлайн.